Гагей, мальчишки, девчонки, хулиганы, жулики, а также их родители. Канал «Рыболовные приключения». Ну что, хотел бы вас, друзья, поздравить с новым 2019 годом, который вот-вот наступит. Пожелать вам отличных трофеев, отличных рыбалок, отличных выходов на природу. Везения вам кучу и море позитива. Хотел бы выразить вам благодарность за то, что этот год были со мной, подписывались на мой канал, ставили лайки, писали комментарии. Без вас не было бы меня. Вот. Ну а я со своей стороны обещаю вам все больше и больше интересных видео. Постараюсь чаще выезжать на рыбалочку. По весне уже будем с ночевочкой. В этом году я осваивал фидер. Вот. Более или менее я уже в нем разобрался. Так что по весне уже есть даже места рыболовные. Там, где тусуется лещ. Буду снимать вам, показывать. Так что будем учиться, как говорится, вместе. Много я снял разных насадочек, прикормочек интересных, которых мы обязательно с вами потестируем. Я вам все сниму, покажу. Ну и еще по весне я собираюсь купить металлодетектор, друзья. Да-да, будем не только рыбу ловить, будем еще с вами и клады искать. Хочу еще купить поисковой магнит. Будем кидать его в реки и озера, доставать оттуда сундуки, набитые золотом, друзья. И такое у нас, вас, вернее, ожидает впереди. Так что спасибо вам за подписки, спасибо за лайки. Нравится, что на канале очень много адекватных людей. Приятно читать ваши комментарии. Вот. Что еще хотел бы сказать? Сегодня увидел 17 717 подписчиков, друзья. Три семерки в этом числе. Я просто поражен, что нас теперь стало столько много. В том году нас было в два раза меньше, там что-то около 8 тысяч. Сейчас уже 17, почти 18. Так что я думаю, вам интересно, но мне приятно, что вам интересно. Все, друзья, меньше слов, больше дела. Всех с Новым годом 2018. Отлично его встретить. Но, как говорится, как встретишь, так он и пройдет. Так что всем удачного Нового года. Пока-пока. Ну, а я поехал на очередные рыболовные приключения. С Новым годом, друзья.